Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин собираются пожениться. На протяжении почти 4 лет таблоиды всего мира не давали английской супермодели и русскому бизнесмену покоя. То женили их, то разводили. Сами влюбленные уже собирались скрепить свои отношения узами брака, но взбалмошная Наоми в последний момент свадьбу отменила. Однако сейчас, кажется, Доронин все же убедил свою возлюбленную выйти за него замуж. Первой об этом сообщила британская газета Daily Star. По ее информации, Влад и Наоми потратили 50 тысяч фунтов на салют в честь радостного события во время своего отдыха на острове Крит. Свидетельница праздника позже призналась газете, цитирую, «Наоми говорила гостям, что у них есть маленький секрет, который они и отмечают фейерверком. У нее было просто потрясающее кольцо. Буквально все обсуждали то, что Наоми казалась очень взволнованной». Пока никаких сведений о дате или месте проведения свадьбы нет. Но раз таблоидам удалось узнать о секретной помолвке, то и остальную информацию они достанут без труда.